Алкоголизм и наркомания широко распространены почти во всем мире. К сожалению, для этого создаются все условия. Сравнительно недорогой алкоголь, его повсеместная реклама, низкий уровень жизни и постоянный стресс, самым легким выходом из которого многие ошибочно считают употребление спиртных напитков. Похожая ситуация имеет место и с наркотиками. Несмотря на их официальный запрет к распространению, количество наркозависимых стабильно растет. И в первую очередь это касается маленьких городов и областных центров. Регулярное употребление алкоголя и наркотических веществ приводит к ощутимому ухудшению здоровья, моральной деградации, а также снижению интеллектуальных способностей человека. С медицинской точки зрения и алкоголизм, и наркомания являются заболеваниями, а значит, их можно и нужно лечить. При отсутствии специальных знаний и навыков здорового образа жизни человек оказывается одиноким и психологически беспомощным. Вопреки распространенному стереотипу, алкоголизм далеко не всегда предполагает ежедневное употребление спиртных напитков. Любой человек, употребляющий алкоголь на регулярной основе, является алкоголиком. Это относится даже к тем, кто привык выпивать несколько бутылок пива в конце рабочей недели. Разумеется, тяжесть последствий при умеренном употреблении спиртного и регулярных запоях будет разной. Но важно понимать, что неприятных осложнений все равно избежать не удастся. Наиболее распространенными последствиями употребления алкоголя являются нарушение работы гормональной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, алкогольный гепатит, который может закончиться циррозом, ухудшение деятельности центральной нервной системы, психические расстройства, повышение риска онкологических заболеваний. Опасность алкоголя состоит прежде всего в легальности спиртных напитков. Многие, вполне адекватные на первый взгляд люди, убеждены, что законность продажи водки является своего рода гарантом безопасности ее регулярного употребления. В результате они сами не замечают, как количество потребляемого алкоголя увеличивается месяц за месяцем. При этом спиртное приносит все меньше радости и все больше неприятных последствий. В зависимости от тяжести состояния, лечение может проводиться как лабораторно, так и в условиях стационара. Начальные стадии алкоголизма, характеризующиеся умеренным пристрастием к спиртному и слабой выраженностью абстиненции, допускают лечение на амбулаторной основе. В остальных же случаях рекомендуется госпитализация пациента. В первую очередь необходимо заручиться согласием человека, страдающего алкогольной зависимостью, на лечение. В противном случае даже самые современные терапевтические методы с большой долей вероятности окажутся безрезультатными, и алкоголик снова вернется к своей пагубной привычке. Большинство принципов, распространяющихся на лечение алкоголизма, актуальны и в лечении наркомании. В подобных случаях точно так же необходимо убедить наркозависимого начать реабилитацию добровольно. По сути, именно воля пациента к преодолению трудностей, связанных с отказом от наркотика, и понимание необходимости возвращения к здоровому образу жизни являются основополагающим моментом в лечении. Развитие привыкания к наркотическим средствам происходит быстрее, чем в случае с алкоголем. При этом синдром отмены выражен ярче. В состоянии ломки наркозависимый испытывает не только психологические, но и физические мучения, проявляющиеся болями в мышцах и внутренних органах, светобоязнью, головной боли и тошнотой. Лечение наркотической зависимости начинается с комплекса мероприятий, направленных на удаление из организма отравляющих веществ. При реабилитации наркоманов с большим стажем употребления психоактивных веществ особенно актуальны аппаратные методы очистки крови. Однако следует учесть, что удовольствие это не из дешевых. Например, один сеанс плазмафереза обойдется примерно в 5-7 тысяч рублей. Основополагающим моментом профилактики рецидивов употребления наркотиков и алкоголя является создание стимула к получению удовольствия от жизни естественным путем. Существует несколько разных способов. Один из них – занятие спортом. Тренировки с отягощениями или бег трусцой не только развивают силу и выносливость мышц, они способствуют выработке дофамина и серотонина, тех самых нейромедиаторов, которые отвечают за ощущение радости и удовольствия.
Кроме того, спорт помогает развить силу воли. Именно это качество и необходимо для того, чтобы противостоять искушению вернуться к запретным удовольствиям. Еще один способ профилактики – арт-терапия. Творчество помогает человеку заполнить эмоциональный вакуум, образовавшийся после отказа от искусственных удовольствий, каковыми ранее являлись наркотики и алкоголь. Лечение наркотической и алкогольной зависимости основывается на принятии пациентом необходимости избавления от пагубной привычки. Основу реабилитации пациентов составляет детоксикационная терапия, лечение сопутствующих заболеваний, приобретенных в ходе злоупотребления психоактивными веществами, а также психологическая поддержка врачей и родственников. Лечение тяжелых случаев зависимости предпочтительно проводить в условиях стационара. Это даст возможность врачебному персоналу контролировать состояние пациента, а также оградить его от желания употреблять запрещенные препараты в ходе лечения, что существенно повышает шансы на выздоровление.